Всем привет, с кем еще не виделись. Возвращаемся в игру Blue Estate и следующая глава. Ну что ж, попробуем и пройти ее. В общем, нам снова повествуется сюжет о том, что сбежала лошадь-то, бла-бла-бла. Но очень печально то, что нашего главного героя больше нету. Теперь мы играем за другого. Если честно, я ему пока не очень симпатизирую. Кокошков. OKFC. Это прикольно. Кокошков. Это русская мафия. The bad news is, the cousin said that Comrade Sanders means to serve the horses the main course of the barbecue. Походу мы придем в ресторан быстрого питания, и там будет штаб-квартира. Или как? Hey, Claridge. The Don's halfway to a heart attack over here. He can barely yell. Morrow? О да, я был прав. Ну или, по крайней мере, это центральный склад. Вот этот нигер, кстати, меня напоминает персонажа Hotline Miami. Иван Гай? А, The One Guy. Я же думал, Иван Гай здесь. Вроде в Японию уехал, а не в Америку. It's the backbone of professionalism. Все-таки вот у автора комиксов такая более какая-то российская фамилия, и, наверное, поэтому он и придумал Кокошкова и ресторан быстрого питания. И именно поэтому, наверное, ресторан быстрого питания KFC, потому что там всякие курочки и прочее. Так, ладно, пойдемте в женский туалет. Это раздевалочка. Sorry, girls, I'm not looking. What the hell is this place, Morrow? I'm in a room full of girls who aren't dressed to make fast. Здесь бои без правил проходят, походу. Это ж таблички с раундами. I was told I'd be alone here. Well, you are, mostly. Hey, we rounded down. Who else is here? This place is supposed to be closed for the night. Okay, so there might be just one off the books fight to the death. Тут, наверное, Миша Маваши. Все символы об этом говорят. Кокошков это, скорее всего, Миша Маваши. Глава русской мафии. What'd you say to me? I'll break you. Maro, ну, я думаю, прям сегодня скачаю эти комиксы и попробую их почитать. Hey, break his foot, Lino. There was a picture of a rooster on the door in front of me. Oh. Okay, my bad. Wrap that foot up, Lino. He's on the level. He says you're gonna turn it to sign that says white feather. Петушиные бои. This place smells like a вот здесь что происходит. Но Миша Маваши, в принципе, может и сам в них участвовать. Хотя это не петухи, это курицы, видите, яйца. This doesn't seem right. What happened? There are guards everywhere. Чувак, который выполняет поручения, которые ему дают по телефону. Такс. You knuckleheads are spinning me in circles. I'm back where I started. Maro, Lino, break his foot again. I'm gonna hang up on you now. When I get to the exit, I want to know what it leads to. Тут, наверное, вонь такая стоит, я представляю. Все, кто был хоть раз в курятнике, меня поймут. Ну, хотя в курятнике не так воняет, например, как в коровнике или свинарнике. В принципе, терпимо. Но вот если едешь мимо птицефермы, птицефабрики, это жесть. О боже! Кто так балуется? Обожаю восточноевропейский акцент. Some landmarks to find my way to the exit. У его discretion. Зачем нужно было по тем мишеням стрелять? Я думал, на птицефабрике более скромные люди работают.
В общем, у них все те же повадки, что у китайцев, только это... Russian. О, бонусное яичко. Бэм. Сейчас кто-нибудь выскочит. Я был прав. Ну тут не надо быть вангой, потому что здесь всегда кто-нибудь выскакивает. А, мы разрушаем эти таблички для того, чтобы ориентироваться. Теперь я понял. То, что здесь как лабиринт, и все одинаково. Ого-го! Первый, второй, третий, четвертый. Первый, второй, третий, четвертый. Новая игра. Идиоты. Да, мы на верном пути. Over, Roger, Tango. Lino. Вот он, выход. Клёво, 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 клёво. Окей, все. Эй, Clarence. Man, you got any idea how I'm gonna get blood out of a quality cotton poly Where blend? Am I going? Roger that. I think he broke his nose. It sounds like he's saying Doris. Storage? Ask him, does he mean storage? Yes. Я надеюсь, все-таки нам дадут поиграть за русских. Oh, he says it's near the other animals. What other animals? Listen, can I call you back? I ain't sure this guy's breathing. Oh, God. Так, здесь разделочный цирк. Кошка. The boss had a secret recipe to get his chickens bigger than turkeys and disturbingly crunchy. Я не знаю, что они от меня ждали. Яичков здесь я не видел. А вот оно было, яичко. Что, я его пропустил теперь? Блин. Давай налево. Есть. Я хочу хоть одну миссию на 3 или на 4 звезды попробовать пройти. Оба-на. Оружие. Неплохое. Мне нравится, и много патронов в магазине. Бэнг, бэнг, бэнг. Wait that. Успокойся, ты достал меня. Он кидается полуфабрикатами. О боже мой, здесь пёс. Это чихуахуа в наморднике. Это реально он? Да, по рыку. Все было страшнее.
слоумо крутая штука. Really like dogs, да ты пёс. Бэм. Так. Но здесь уже повеселее, потому что в канализации было вообще как-то грустно. Висящие шкурки добавляют какого-то антуража. This is cold storage. If the horse is here, так, ищем яичко. You're no use anyway. Где-то должно быть яичко. Фабрика по производству ножек Буша. Мы думали, их делают Буши, американцы. Оказывается, их делают русские. Я не знаю, сейчас ест кто-нибудь окорочка или нет. Но я помню время, когда тяжело жилось. И мы только, считай, их и ели. У нас на балконе лежала целая коробка этих окорочков. Get away from me. Боже мой, чуть не пропустил. Всегда показывают русские такие какие-то усатые, бандюганы бородатые. Чуваки, я пропустил, в каком порядке их надо убивать. Отвлекся. Но вот если вы в России пойдете на улицу, вы вряд ли таких увидите мужиков бородатых и усатых. Может быть, они в Америке чувствуют свободу и начинают себя отращивать усы. Но вот таких, как вот этот чувак был наверху, таких очень много в России. Конечно, неприятно играть за негра и убивать восточноевропейцев. Но все же это повеселее, чем играть с китайцами. Где яйца, я не пойму. Вы видите яйца, которые мне нужно собирать? Блин, там где-то бешеный чувак. Прыгаем. Норм. Тут холодно, я уже замерзаю. Ого-го! Чувак, тебе, наверное, холодно. Это какие-то бойцы их заморозили.
Где яйца, я не пойму. Не может же быть два яйца на миссии. Good lord. Pit fights for little dogs? This place ain't right. У разработчиков какой-то фетиш по поводу чихуахуа. Я нашел подкову от лошади. А мы-то ее и ищем, между прочим. Так. Тир. Есть, пройдено. О боже, опять эта псина. Вон яйцо. Яйцо слева, повернись, чувак. Там яйцо, я хочу его собрать. Есть, все, яйцо собрал. Опять собака. Глупая псина. Она не понимает, что ли, что она мне мешает? Ты победитель, чувак. It's no secret chickens have been hitting a little performance enhancement for improved size and speed, but the comrades roosters had achieved something no other male had ever been able to accomplish. Петух яйца несет? Well, that's something I could never unsee. Странно. Такого я еще не видел. Так, яичек я не вижу. Прыгаем. О, яйцо было. Дай мне яйцо забрать. Все. Thank you. Ох ты, я как высоко залез. Тут какой-то пульт управления. А, карачочечки. Чуваки, я больше филе люблю. Опять эта псина. Да что тебе нужно? Она меня любит.
Я не безразличный, hey, ты псине. Яйцо, яйцо! Я не взял яйцо. Стоит еще одно яйцо там. Может быть, я вернусь сейчас туда? Потому что как-то слишком мало времени давали. Опять собака. Есть. Но то яйцо я, походу, не соберу. Что это за склад? Ого! Это бык! Они его... Это мясник! С перевернутым крестом на груди! Это сатанист! Боже мой, да он сам как бык! Смерть! Кому Курбите, Азис? Я читаю его татуировки, а непонятно, что написано. Чувак, что с тобой? У тебя понос, что ли? Гладиатору херово. О, это типа босса. You need to go fight with him. Ему почти пофиг вообще на патроны мои. Где этот бык? Эй, бык! Вот ты где! О, получай! Получай, получай, получай! О, блин, 60 патронов осталось. Зря я так. Ну уж так хочется его убить просто. Ауч. О боже, у нее диарея. Метеоризм. Дайте патронов. Получай, чувак. Получай. Мало патрон, дайте патрон. О. Ништяцкий подгончик. Жалко, что я одно яйцо пропустил. Хоп! Хоп!
Давай, перди, перди. О, да. О, да. Ну, в общем, еще не так много осталось. Поворачиваемся. И почти все. Блин, патронов нету. И да, все. Чувак. Я тебя сожалею, но ты был реально тупой. И ты не должен был размножаться, поэтому пришлось тебя убрать. Ну что ж. Поедем с бычками. Ну ш... и посмотрим, сколько звезд мне дадут. Наверное, две. Три! Отлично, неплохо. Ну что ж, на этом серия подходит к концу. А продолжим мы играть в следующей серии, которая выйдет сегодня же, поэтому не забудьте подписаться, иначе пропустите.